Всем привет! Сегодня к нам подъехала моделька, одна из новинок, К8. Вот в такой коробочке, картонной, с пластиковым чехольчиком. Здесь краткие характеристики. МТК-2502 процессор, самый современный. Так, размер часиков 1,78 дюйма, в отличие от 26-х и 6-х версий, которые 1,75. Здесь чуть удлиненный экран 320 на 385 пикселей. Так, 200 мАч батарейка. Так, приложение — это FanVR. Кто знает, тот знает. Так, посмотрим. Вот, в комплекте идет, значит, ремешок, магнитная зарядка, индукционная, как у оригиналка. Инструкция, кстати, она на всех языках, и в том числе на нашем русском. Так, где-то здесь. А, ну вот. Пожалуйста. Так, ну пробежимся по внешнему виду. Дизайн напоминает, конечно, Apple Watch. Имеет две кнопки, обе функциональные, в том числе колесик здесь активный, только не при циферблатах, а при остальных режимах. Множество иконок. Так, здесь имеются кнопки для снятия ремешка, никаких контактов для зарядки, то есть беспроводным путем заряжается. Так, куча циферблатов. Давайте посмотрим, сколько их здесь. Так, как они меняются? Сейчас, секунду. Да, таким вот образом. Сколько уже? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно, например, поставить. Здесь некоторые иконки активные. Так, например, пульс можно замерить путем захода. Здесь спортивные режимы. Так, здесь они так вот двигаются. Настройки. Пожалуйста, здесь можно полистать вот таким образом. О продукте. Здесь имя устройства, какой чип и так далее. Так, отображение. Можно поставить Smart стиль, можно выбрать 9 приложений. Это будет более понятно. Давайте пробежимся. Телефонная книга, набор номера, журнал вызовов, уведомления, поиск телефона, будильник, календарь, управление плеером, управление камерой. Так, следующий режим настройки Bluetooth, шагомер, пульсометр, мониторинг сна, напоминание, что долго сидим, диктофон. Так, и QR-код для приложения. Так, где мы не были? Здесь. Часы, датчик жестов, секундомер, калькулятор, энергосберегающий режим. Темы можно поменять, например, 3 темы есть. Так, настройки, настройки яркости. Пора выпить, может быть, не только воду, да? Так, здесь также есть измерение давления. Так, где у нас фокус? Термометр, то есть градусник. Так, измерение давления. Что еще? Ну да, стиль главного меню. Измерение кислорода в крови. Здесь есть еще регулировка громкости. Так, фокус у нас пропадает куда-то. Так, и практически. Ну, вроде бы все. Цвет по заказу, можно и золото, и серебро. Бывает и красный.
Такие часики. Циферблат не собьется, здесь он как бы зафиксирован. Ну вот такие часики.